перспективной команды, популярные комики и шансы попасть в телевизионную версию игры. В Кирове пройдет полуфинал игр КВН в Лиге Поволжья и состязание на Кубок губернатора. Капитан команды «Вятка» Дмитрий Бушуев сегодня рассказал подробности. Полуфинал игр КВН в Лиге Поволжья запланирован на начало октября. К слову, такого уровня мероприятия клубов в Кирове последний раз проходило аж в 2005 году. Обычно эти игры принимают Казань и Чебоксары. Организаторы надеются, что теперь и Киров поборется за звание столицы КВН Поволжья. У нас есть тут глобальные планы по созданию в Кирове центра КВН всего Поволжского региона. И мы вот на этом проекте опробуем. Если горожанам понравится, если ребятам, которые приедут, понравится, то, в общем, этот КВН будет у нас. В октябре ожидается много именитых гостей. Имена организаторы пока не разглашают, но уже наверняка известно про визит капитана команды «Плохая компания» и актера популярного ситком-шоу на одном из федеральных каналов Михаила Стагиенко. Он занимается редактурой в КВН «Поволжье». Полуфинал лиги пройдет 8-9 октября в ДК «Родина». А чуть позже, 29 октября, в Киров съедутся финалисты высшей лиги КВН, чтобы побороться за Кубок губернатора Кировской области.